Друзья, всем привет! Мы находимся на Азовском море, в станице Пересыпи. Приехали сюда покупаться, но купаться мы сегодня здесь не будем. Почему? Я думаю, причина всем ясна, да и в принципе по названию этого видео. Медузы. Огромное количество медуз на берегу, в море. Пахнет просто атас. Заходить в море не хочется от слова совсем. И никто не купается, что сейчас я вам и покажу. Представьте, вы приехали издалека, чтобы отдохнуть на море. Ехали несколько суток, а потом выходите на берег, а тут вот это вот. Огромные кучи дохлых медуз, которые воняют, от которых стоит такой смрад. Просто, ну, я думаю, те, кто хоть когда-нибудь попадали на Азовское море в период, когда есть много медуз, знают этот отвратительный тухлый запах. Ладно, хорошо, представим, что вас не пугают медузы, которые вот так вот валяются на протяжении всего побережья, на протяжении всего пляжа. Видите, посмотрите вдаль, все это медузы. Но ведь медузы-то еще и в море. То есть вы заходите такие, хотите искупаться, а там вот такие же огроменные корнироты, которые только и желают, что вас ужалить. Как вам? Я думаю, отпуск испорчен сразу. И обратите внимание, никто не купается. Единственное, вдалеке была женщина, вот она там вдалеке плавает, скорее всего, там, может быть, и нет медуз, но у берега одни только и медузы. Люди тоже вот боятся зайти даже в море, и я тоже не рискну и не хочу. Единственный способ, как сегодня здесь люди купались, это на надувных матрасах. Тогда, да, встреча с медузой минимальна. Что делать в таких случаях, что вот вы приехали, да, а тут эти чудовища? Что делать? А единственный способ, что нужно делать, это уезжать на Черное море отдыхать. Никому не посоветую приезжать вот именно сейчас, в разгар, когда медузы вокруг, ваш отпуск точно испортится. Не портите себе отпуск, не приезжайте вот сейчас, чтобы не ужасаться от вот таких вот картин. Идешь, идешь и натыкаешься вот на этих дохликов. Казалось бы, да, прекрасная жаркая погода, отдыхай не хочу, море теплое, но омрачают его эти создания, отнюдь не прекрасные. Они размером с арбуз, нормальный такой большой арбуз, вот посмотрите вот вдаль, вот они все. Вот видите, девушка палкой выкидывает корниротов на берег. Это единственный способ, чтобы их не было в воде. Не покупаться совсем, не покупаться, да. Медузы вокруг, слева, справа. Покажи. Не просто огроменный, вот. Это размером с арбуз как будто. Пахнет. Пахнет неприятно. Отдых испорчен. Это факт. Конечно.
конечно, нам придется тоже ехать отдыхать на Черное море, благо здесь все очень близко. Поедем, скорее всего, в Веселовку на днях. А сюда не хочется возвращаться совсем, не хочется здесь купаться. Не приезжайте. Вот, кстати, кто сейчас отдыхает, вот напишите, в какой вы станице и есть ли у вас медузы. Вот, знаете, мы когда спускались вот с горы, вот с вот этой вот, то люди со мной заговорили, они приехали и отдыхают в Голубицке, и вот сейчас в Голубицкой нет медуз, а вот почему-то в Пересыпи есть. Как так, я не знаю. Говорят, что именно когда штиль на Азовском море, то этих медуз и прибивает к берегу. Вот сегодня как раз-таки штиль. Просто когда шторм, вот как правило, их нету в море. Жалко, конечно, что вот Азовское море превращается вот в какой-то сброд медуз. И вот каждый год уже так. С 19 года медузы ежегодно. И нужно что-то делать с этим, потому что если ничего не решать, то скоро курорты никто не захочет посещать на Азовском море. Ведь куда проще, приехал на Черное, ну да, там водоросли, море цветет, но хотя бы тебя никто не жалит, и у тебя ты не получишь ожогов. Только и остается, что гулять по берегу, наслаждаться закатом, дышать морским воздухом. Ну, конечно, нужно отходить чуть-чуть подальше, чтобы не дышать именно вот этим вот тухлым запахом медуз. Вот. Только и остается, что просто наслаждаться хорошей погодой, красивыми видами, но не более. Сейчас уже закат, мы приехали сюда к вечеру. Ближе к морю мы не стали садиться. Ну, примерно мы сидим, наверное, метров, наверное, 5-7 от моря. И здесь запаха нету. Но вот если ближе садиться, то там уже, конечно, будет очень неприятно. К вечеру люди вместо купания предпочитают что? Гулять по берегу. Рандеву. Вечерняя. Закат. Красиво, но вот такая вот обстановка на Азовском море. Показываю то, что есть.